Саламатсыз ба, құрметті қазақстандықтар. Менің атым Асылбек Жұмабаев. Оралдан. 28 қарашада сағат таңғы 9:30-да Достық көшесі 104-те Әлияның апелляциялық соты өтеді. Осыған барыңызды Әлияны қолдауға шақырамын. Әлияны полицейскілер қарсылық білдіртті деп сотқа шағымданған. Бірінші соты Әлияны кінәлі деп тапқан. Енді осы апелляциялы сот Әлияны ақтамайтын айдан анық, бірақ біздер Әлияның айналасында бірігіп билікке наразылығымызды білдірткенімізді білдіртімізді танытайық. Әлі де Әлияның ісі біткен жоқ, әлі де соттар болады. Әлияны кінәлайтыны беймәлімі емес. Бірақ содан кейін сол материалдардың бәрі халық аралық құқық қорғау ұйымдарына біріккен ұлттық ұйымына тапсырылатын болады. Қазақстанда демократияны әдемен бірге жоқ деген белгісі ретінде. Ол да бір күрестің бір тәсілі Әлия үшін. Интернетте қарасам, Әлияның тағдырын бақылап жүрген адам аз емес. Соңғы Әлия шәйіріп әтілген видеосын 12 мың адам қараған екен. Комментарий жазады, лайк басады. Бірақ менің ойым қазір лайк пен комментарийдің пайдасы болмайды. Өзіміз тұрып, Әлияның қасына жиналып, нық болып, өзіміз дауысымызды айтпаса, билік бізге қараватқан жоқ. Келіндір ағайындар, қолдаңыз Әлияны. Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Меня зовут Асылбек Жұмабаев. Я из Уральска. Сообщаю, что 28 ноября послезавтра 9:30 по улице Досток, 104, здание областного суда состоится апелляционный суд по делу Абулхаирова и Алии. Приглашаю всех вас прийти и поддержать Алию. Дело в том, что полицейские подали на нее иск в суд об оказании сопротивления. Первый суд признал ее виновной. Вот теперь апелляционный суд будет. То, что апелляционный суд не оправдает Алию, это яснее ясного неба. Но приходите, объединившись возле Алии, мы покажем, что мы не согласны с тем, что творится сейчас. То есть это, я считаю, правовой беспредел. Этим судом дело Алии Абулхаирова не заканчивается. Будут еще суды. То, что Алию признает виновной, это к бабке не ходи, к гадалке не ходи, как у нас говорят. Но все материалы потом соберутся и отправятся в Организацию Объединенных Наций, международные правоохранительные организации. И это будет доказательство того, что в Казахстане демократии нету. Что полицейские по-разбойничьи могут напасть на человека, запихать его в машину, увезти. И суд это признает правомерным. Вот такие дела у нас творятся. Но то, что за судьбой Алии следят много людей. Я заметил в интернете то, что последний выпуск Аскара Шайбумарова про Алию, Алия поила чаем на площади
вот так называлось, кажется, посмотрело 12 тысяч человек. Многие лайкали, многие писали комментарии. Но хочу заметить, что сейчас лайки и комментарии никакой пользы не принесут. Нужно встать и прийти и встать на защиту АИ реально. Рядом с ней и показать власти, что живые люди, они есть, и у них есть мнение свое. Власть должна к нам прислушаться. В общем, приходите послезавтра 9 часов 30 минут, улица Толсток, Дружбы, 104.